Так что, блядь, не надо мне вот это рассказывать. Я уже на это все посмотрел. Люди испортят абсолютно все. Рейтинг, блядь. Играть с равными. Краба мы один раз играли, мы будем Хьюха играть. Вперед, мистер Тони. Опа! Тони просто нас благословил на эту игру. Благословение от крохи. Спасибо. С теми, кто по твоему соответствует, это полная хуета. Полная хуета. Если нельзя понизить рейтинг, то это по умолчанию хуета, держу в курсе. Это просто казуальный кусок говна сразу. Я даже объяснять не хочу это, боже. Если вы даже не понимаете, если рейтинг нельзя понизить, что это полная хуета. О, мы можем догон сейчас сразу вытащить. Еще одна роба, и мы с догоном. Там просто, смотри, парень нафармит рейтинг себе обузным условным патчем или каким-то обузным билдом. И после этого будет страдать хуйней в твоей пати. Ты будешь сидеть, пытаться отточить лучшую стратегию, играть хорошо. А чувак просто играет как яйцо, и ему похуй. Он просто азаза. Нихера себе у нас тут ролл, ничего. Потому что ему просто поебать. Потому что рейтинг не снимают. А ты сиди вот это, нажимай кнопки правильно. Нельзя понизить звание, не рейтинг. К чему это вообще? Блять, парни, посмотрите на какой-нибудь МТГ. У МТГ был большой онлайн. Она платила там месяц или сколько. Онлайна больше нету. Она перестала платить. Объясни, что будет с ТФТ, когда перестанут платить. Или когда выйдет еще от эпиков альтернатива. Там останется онлайн, но уже не такой. Так, Рубик, пошел нахуй отсюда, думаю, да? Вообще, да. Держи щит, Тони, обороняйся. В артефакте, наверное, тоже рейтинг был, да? Сука. Если вы про такой рейтинг, то в артефакте он тоже был. Ладно, парни, я устал, серьезно, честно. Каждый хочет своих доводов, каких-то простых решений. Не все в жизни делается буквально там, типа, двумя словами и простыми решениями. Не знаю, я боюсь этого. Раньше робо сразу летело в кожана, теперь это нельзя отдавать, потому что есть вероятность сбора догона. Я не хочу давать в Тони, потому что, возможно, я еще стану магом. Ладно, пускай пока у меня полежит. Пускай пока у меня почилит. Короче, не все в жизни совсем просто делается. Но некоторые вещи
Мне надоедает одно и то же объяснять, так что давайте оставим просто эту тему в стороне. Играйте во что нравится. Давайте вот это побудем толерантными. Все игры хороши, все игры отличные, играйте в то, что нравится. Мне нравится эта игра, простите. Все. Я хотел, чтобы выпустили игру, похожую на эту, возможно, сложнее. Короче, я хотел игру, чтобы выпустили похожую на эту, возможно, сложнее, но точно не проще. Вот так я хотел. И поэтому мне не хочется уходить из этой игры. Все, надеюсь, на этом закончим. Теперь ты бога говорю, да. Я думаю, насколько страшно, если утопить это в Тони. У меня как бы два маг-прокаста от хаосов. Все, я топлю, короче. Есть шанс, то, что это мне стейк удержит. Тут инча, если Тони вовремя бросит, она не скастит, и все будет отлично. Но, походу, Тони не спасет, и я зря утопил, да? Ладно, ничего страшного. Надеюсь, ей мне не придется становиться магом. Блоки он не затишу. Я покатал где-то сейчас дней 5. 4, по-моему, дня. 4 дня я катал. Мне надоело. Я не знаю, короче. Я не могу уже играть в эту игру. Она скучная. Она такая же скучная. В ней делать нехуй. Она... Я просто не могу, короче, уже в нее играть. Она неинтересная, короче. Даже с учетом того, что тебе там условно есть какое-то ожидание. Тебе за это платят и так далее. Тебе не хочется в нее играть. Теоретически я могу в инкам выйти, да? Но не буду. А давайте я не буду выходить в инкам. Короче, мне просто надоело играть в покер. Если куча дисциплин играет, но в этом нет ЕВ. Ну, типа, изучать новые дисциплины более-менее было бы интересно, но в этом нет ЕВ в 2К19 делать такое. Либо ЕВ очень маленькое и далекое. Ну вот. Играть старые дисциплины вообще уныло. Как-то так. Тут вообще вышла самая большая трагедия. Все поизвалось. Все атакуется как говно. Один кожан только за нас всех спасает, отдувается. Ну 5К сходило. Я не знаю, там где-то... Минус 15К где-то так оно вышло. Я не помню там зумом или там чуть меньше. Я точно сейчас даже не скажу. Там на 2К что-то выигралось, на 5К что-то въебалось. В зуме что-то около 0, я не помню уже. Я в зуме много сыграл, у меня там вышло больше 30 тысяч, больше 35 тысяч рук. Я прям очень сочную дистанцию нагнал. Так, давайте я избавлюсь от того, что уже не будет точно. Элемы, думаю, будет сильнее, чем инча. Давайте распродажу вот так сделаем. Спины это вообще... Это то же самое, что сейчас идти играть хэдзап. Там просто все с ботами, с подсказчиками, либо просто с расчетами. Сейчас хэдзап вообще никто не... Ни один человек по-честному хэдзап в мире не играет, наверное, из более-менее нормальных игроков. Но только суицидники какие-то. По-моему, даже суицидников уже не осталось. Что-то я думал, я это изи выиграю. О боже. Криминал. Что-то я думал, прям и легко справлюсь. Ну вот им плавку, наверное. Я слишком много пизжу и слишком мало думаю. Давайте я поверю то, что я этим выиграю, да? Ой-ой-ой. Ладно, пускай уже так стоит. Давайте поверю, что... Кожан, если что, ты пострадаешь. На Джимсе был видос, братан. Блять. Когда-нибудь. Я раньше говорил, вы когда-нибудь узнаете масштаб всего пиздеца. Когда-нибудь вы узнаете масштаб всего пиздеца.
Есть два варианта. Я могу продать Инчу плюс Разора, поставить Пука плюс Батрайдера. Но это очень сильно меня ослабит. Но давайте я не буду этого делать. Пускай так будет. У меня так пустой слот в виде этой луны сейчас. Манга! Кожан! Кожан, ложись, походу! Кожан, ложись! Сука, манга тебя потопила, Кожан! Доки проели 25 дней. Там почти весь саппорт, короче, в румах, в средней там и так далее. За исключением там, типа, если ты... Даже если ты более-менее высоко играешь, они есть, намеренно удлиняют процедуры и так далее. А уж если ты новичок, то они специально тебе будут самые длительные процедуры на проверку делать, даже, грубо говоря, с нарушениями. Чтобы у тебя была вероятность залить бабки. Ну, то, что ты не можешь вывести, и ты такой, ну ладно, уже 20 дней не выводится, поиграю пока что. Почему не пришел в Dota Underworld? Блять, сколько уже там этих названий? Не хочу. Мне нравится эта игра. Но мы очень сейчас сильные. Очень. Мистер Тони. Мистер Разор. Можно, конечно, и лемов набрать на винстрик, но мне уже подбили до этого чуть морду. Пятак. Так что бесконечный винстрик здесь не особо выйдет. Тайрус. Тайрус, ты читал тему на джипсе по ботаферму? Как там она называется? БФ. БФ. Блин, еще раз. Разо. Вот я поэтому не хотел это топить. Потому что, смотрите, я могу вот это просто убрать. Хаоса оставить. Вот это вот добрать. И я маг. Потом убрать хаоса, собрать разоры и все. А сейчас я иду в Найта, потому что я утопил в тонике предметы. Сверху надо мной Найт, да? Вот серьезно, я бы здесь точно сейчас свичнулся бы в мага, если бы не вот это утопленное. А я тогда это топил, потому что вот эти броски, они магические. Катастрофа. Там можно было бы дракона мага собрать, даже если у меня был бы дракон. Ладно, давайте я буду уже на этом. Жалко. Просто утопить вот этот догон и единственный... А, ну у меня в принципе... На самом деле у меня был этот... Можно было забить хер на самом деле на Даглон. У меня еще этот есть. Войджа. Можно было добрать, ладно. Ладно, я уже водичку продал. Я мог. Ладно. Все, блядь. Мы найты. Если что, кожана скормлю. Да, это новый сезон начался. Он начался 2 недели назад. Два террора. А, они оба первые, я испугался. Я уже думал, там два вторых террора. Кстати, террора я понял, почему понерфили, потому что его все начали с гоблинами пикать, походу, да? Все начали гоблина террора собирать и занерфили террора, походу. Кожан тебя не простит. Да похуй на него, тупая птица, я ее уже собрал в два. Сука, залетает и залетает. Тут как тут, Кожан. Ну там мага надо было, наверное, добирать. Я ошибся. Там просто инкам надо было сливать. Ну, мы самое нормальное было продать инчу, купить второго разора. И, возможно, скипнуть СФа. Как минимум так нужно было сделать. Потенциал для Т2 разора с Т2 тоником, это очень хорошо. Похуй на СФа, можно было бы его один раз проскипать, тем более все равно, что я с хаосом буду стоять какое-то время. Вот. Короче, надо было разора как минимум добрать. Бестиарий пришел. Вино, правда, без айтемов там.
Ой-ой-ой. Что-то мне это все равно никак не помогло. Ладно, Кожан, оставайся. Хуй с тобой. Хуй с тобой, Кожан, лежи уже тут. Опа! Я еще думал, как я сейчас мобов буду дефать. Вот так вот и дефнем. Бот с фейсбука. Ну там не очень хорошая аналогия. Там не очень хорошая аналогия сделана. Там выставили МТ-танов не в их дисциплину, это раз. Во-вторых, винрейт, который он показал, это так себе. На Стерзах больше 2 лет назад уже был бот. Чел играл с ботом, причем там такой чел был полуумный. Ну, короче, оператор был. Вот, он играл high stakes, mid stakes. И он там всех разбивал в 2 ББ с копейкой на 100. Плюс еще нужно учитывать то, что там у нас рейк еще есть. То есть уже больше 2 лет назад был полноценный бот, который разбивал high stakes. А не каких-то МТ-танах с офлайна. Он разбивал топ мира кэшевиков, онлайнщиков. Это большая разница по сравнению с тем, что было. Опа, догон. Так что... И тем более, это точно я уверен, то, что вот этот бот был не на суперкомпьютере. Так что то, что сделал Facebook, они опоздали на пару лет. И плюс они очень слабо там что-то и описание сделали, очень какую-то странную выборку статистическую. Короче, по всем нормам и так далее, то, что там сейчас как привычно это писать, они какую-то хуету сделали, если честно. Ничего они, короче, не сделали, там нечего сказать. Какой-то хуйню они просто прострадали, эти фейсбукеры. Я не знаю, в чем фишка. Просто ищут себе спонсирование. Я не знаю, что. Это очень странно. Догон, 2 войдстоуна. Второй войдстоун лишний. Для мага 1 войдстоуна более чем достаточно. Плюс, вот это, кстати, еще одна из очень больших хуетений, то, что они написали, сейчас скажу. А, то, что мы не будем выкладывать в общий доступ алгоритм, чтобы не убивать онлайн-покер. А вообще-то, когда вот этого Libratus и все остальное писали, с ним можно было поиграть на их сайте, причем с Libratus'ом тогда игрался, ну, с ним-то играл тогда, по-моему, через суперкомпы, если я правильно помню. А они рассказывают про то, что они на двухъядерном 120 гигабайтах памяти написали, алгоритм не будет выкладывать, но и при этом они не открыли сайт, условно, чтобы все желающие могли посмотреть. Что это такое, типа... У вас супербот, алгоритмы выкладывать не будете, показывать вы ничего не будете. История раздач в каличном виде. Вам никто даже не сказал, как история раздач в покере делается, чтобы удобно было смотреть. Или вообще читательный вид для конвертеров делать. Короче, это выглядит реально, как я не знаю. Как журналист... Ученый изнасиловал журналиста. Вот, типа, вот такой заголовок. Просто чисто желтопресный. Боги сейчас сильные. Ну, из того, что я смотрел, так себе. Так себе. Еще орка-магов то, что подбафали. Надо на нормальный этот ранг мне выйти, чтобы уже нормально говорить. Но по ощущениям так себе. О боже. Нормально я так нашел, да, парни? Прям. Все, что нужно было, кроме омника. Ну да хуй с этим омником. Потом за ним сходим. Вот, типа, в такой ситуации мы вот недавно оказывались. Как недавно? Давно. В общем, я по такой ситуации говорил, то, что догон, типа, не очень хорошо ложить в ДК. Потому что он вместо каста будет страдать хуйней. Кто у нас будет стрелять? Ладно, щит получишь ты, да? Кожан, Войдстоун, держи. Кожан, хочешь стрелять? Блять, Кожан у нас будет пулеметом, давай. Бам! Почему у Кожана догон? Потому что можно. Не хотел ему догон собирать в начале игры, помните, я в то не затолкал. Все равно затолкал в Кожана. Надо было, кстати, в Кожана толкать, когда маг бы учился бы нормальный. Класть. О, сука. Опять вы. Оу, май. Это очень, реально, когда ты играешь за Найта, очень странно находить вот так вот Драгонайта.
Я привык, то, что он просто слезами и соплями достается. Просто ты уже ноешь, последняя голда ролишь, и у тебя два дракона потом стоят. Не ты два дракона, только два дракона. И ты уже весь в соплях просто там в этот выклянчил. Ну, пожалуйста, драконайта. И тут до 19 раунда тут два дракона. Походу, изи победка. Это и Радзора под богами, у него 2 секунды КД 500 ДПС. Ну, боги и раньше примерно то же самое было. Там сколько в сумме получается? Сколько в сумме получается у богов сейчас? Ну, с коэффициентом пониженной полезности. Кулдаун. Там примерно то на то выйдет, что и было. Мне из такого то, что понравилось раньше под богами, это Раста плюс Дизрач. Я прям, меня тогда в лейтгейме тогда моего орка-мага, по-моему, обоссало этим. И я был, так сказать, немного удивлен. Не хочу деньги тратить лишние. Хотя, наверное, надо было потратить. Я все равно в 9-й быстро пойду. Как найду дракона или и омника. Короче, там не настолько много это значит. А сейчас Расту поднерфили, она больше не будет кидать этот в самый сильный таргет. В общем, меня тогда удивил этот Растик под богами, то что он так, ну типа шаманы под богами, то что они так много делают. Я думал то, что не так много. Мы вот тогда Оркамага боги вот эти обоссали, я тогда задумался о чем-то. Здесь невероятно много найтов. Я не буду инкам срать, я понимаю то, что я не очень сильный. Но я думаю, я в порядке. Подожду еще раунд, по крайней мере. Раз тут понерфили. Но она прям мощно смотрелась. Я прям в таком ахуе тогда был, когда меня боги с шаманами пиздили, вытирали об меня ноги, я просто в ахуе был. Я думаю, Раста даже там со своим типа фокусом никакущие, а моих орка-магов тогда стирали боги. Но сейчас, поэтому, типа, я не особо верю в богов, когда Раста занерфлена. У них больше нет такой возможности в лейтгейме просто взять, воткнуть Расту с Дизраптором, и чтобы они наводили шорох. Недурственно тут пришло. А, дракона соберу, и все будет в порядке. Роллы, да, что надо просто. Причем инкама я вообще не потратил. Некрой потом, думаю, зацеплю. Ладно, могу пока поставить. Надеюсь, у меня хватит реакции дособирать все. Кажан, ты будешь собираться? Так жалко деньги, так жалко деньги. Один ты два дизач. Ну вот в этом-то и суть. То, что я так играл, и меня вот как раз-таки с Растиком, с вражеским дизраптором и еще Тайдом пиздили. Я думал то, что Оркамаг вообще не может проиграть этому богу. Просто не может физически, а я проиграл. Причем у меня все было, все, что надо, у меня было, я проиграл. Я тогда-то запомнил это. Онлайн шашках. Именно вот такой казуальный онлайн, его, он более чем жив. Козочки, блядь. Некуда эту спрятать. Ладно, я ее возьму вот так вот. Блять, лапки. С паладином засада. Ну, дракон есть, у нас хотя бы дэмэдж появился.
Я все соберу, даже кожана, видите, держу. Я специально кожана собираю, чтобы этот... Чтобы проверить, отомстит он мне или нет. Как вы обещали. Вы обещали, что отомстит. Лапки-то помнят, как это все собирается. С паладином трагедия. Ладно, я после крипов поищу. Меня реально жаба душит. Меня просто душит жаба. Еще 33 хп. Никто даже если там... Даже если через меня пройдут, то много вроде не снимут. Похуй. Можешь ставить на фронт. Там он сгреть может. Я не знаю, сейчас... Тут пока не видно, но тут не тот уровень игры, чтобы проверять. 6 хантов просто этого дизраптора даже с сырками убивают. А можешь представить, что будет, если он в богах без орков стоит спереди. Он до каста умрет. Ничего, продай. Может, выиграем? Пол голды, как-никак. Продать-то всегда успею. Бам, кожан! Новый мини-сериал, благие знамения, записал. Мне там какой-то еще мини-сериал буквально на час скидывали. Спасибо. Я еще не смотрел его тоже. Прощай, ничего. Колечко. Нет Мираны. Нет Мираны? Кися! Киси пизда. Че Киси убрали? Она хорошим была героем. Не знаю, мне Кися нравилась. У нее очень хороший хп-пул был. А так спид тоже годился. Скилл тоже годился. Хз, Мирана, как по мне, была довольно сбаланченным юнитом. Единственное, я бы ей броню дал бы, а хп отнял бы. Но это я говорю, это говорит внутри меня маг. Внутри меня это сейчас сказал маг, а не балансер. Я понял. Хантов, короче, не поиграть теперь. Вот была бы трагедия, я бы ее сейчас искал. Хорошо то, что вы раньше сказали, чем могли. Иначе бы я, наверное, сейчас так долго искал бы. Потом сбился бы, что не смог найти. О-о-о! Я знаю! Я знаю, что так могло произойти. О-о-о! Я забыл, все, не лезь. А вы думали, я куплюсь на это, да? Вы думали, я куплюсь. Вы думали, я куплюсь. Я не так молод уже, не так молод. Что-то мне кажется, Тинкер все разуплотнит. Откуда вы это знали? Здорово, Шулер Арт. Домой прилетел. Домой это куда? Что ты называешь домом? Блять, пук. Бля, меня эти подсветки только сбивают. Я то смотрю на них, вместо того, чтобы смотреть на персонажей. Привык на персонажей смотреть. Дом в Торонто. А, ты с Вегаса вернулся, грация. Как тебе вообще? Путешествие. Только тебе надо первоначально спросить, ты вообще любитель путешествий? А то ты можешь неправильный отзыв создать. Вот смотри, я не люблю путешествий. Путешествий. Путешествия. Вот. Китайцев много в США. Китайцев много везде, это главное правило. Парня выкинул, ему у него все равно все в порядке.
Вот и я так же. Я обычно, когда после путешествия домой возвращаюсь, самая главная фраза – я никогда никуда больше не поеду. Не, на топ-1 он уже не досидит. Смотри, просто откуда вы еще возвращаться? Если с какого-нибудь Тая возвращаешься зимой в Россию, то это пизда нахуй. Ты смотришь на всю эту серость, на грязь на улице и так далее. Вот на это ты просто смотришь, у тебя просто... Главное в первые два дня не сделать шаг в окно, все. Потом проще. Гримстроук нихуя просто жрет пул четверок. Еще один мусор. Пук по еды мейджа у дракона. Шулер, где работает он этим? Господи. Дальнобойщиком в Канаде. Уехал на 1,5 месяца, сейчас вернулся. Рубик. Рубик это младший брат этого Гримстроука. Опа, второй догон. Кстати, мы можем хитро сделать, да? Мы можем разобрать и собрать. Вот так можем. Кто получит второй дракон? Держи пук. Второй дракон получит второй дракон. Это тебе. Одного маленького колечка не хватает для этого. Для ВГ. Теперь кольца, конечно, этот не получает. Так надо было это раньше делать, наверное, да? На случай, если найду дракона. Ладно. Как успели, так успели. Шулер, там тебе вопросы. Тяжело делать с Украины раб-визу в Канаду? Блять, мог бы поддержать Шулер, ну ёбана в рот, нахуй, 2 часа ночи. Что ж ты за человек такой? Что ж ты за человек такой? Нас чуть не отпиздили. Все, вот тебе надо, вот это вот. Кожан с догоном, блять. Прячется. Иди дерись. Я слабен. Ну, он кожан нормально собирается, вы мне говорили, не соберется. Давайте сделаем это, гайс. Давайте это сделаем. Эй, эй, соберись! Криминал! Криминал, сука! 2 кожана. Пизда. Ну, теперь мы знаем, что так нельзя было делать. Я знал, что кожан все равно не соберется. После того, когда я его прокинул, кожан уже не соберется. 11-0. Хорошо, то, что не это не... Не он пришел, иначе я закончился бы. Окей, это мы собрали. Нам больше нечего собирать, да? Пука не успеем собрать. Нам больше ничего не успеем, все. Выиграем так. Держи, братан, колечко, на удачу. Месть Кожана. Кожан таки отомстил, да. Я только хотел посмеяться ему в лицо и сказать то, что он не отомстил.
Потому что я его соберу через виспа, и он не будет 20 боев вот это собираться в ТТИ Кажан. Но Кажан нашел способ отомстить. Ох, нихера и кусок там. Это под этим, что ли? Под Слагдаром? Там медведь с одного удара пол столба вынес. Просто пол столба с удара. Еле пробился. Катастрофа. А это мой максимум сил. А я еле пробился. Что-то так себе. О-оу. О-оу. Ладно, давайте попробуем просто сменить угол, я не знаю. Иногда помогает. Есть такое поверье. Допустим. У нас два айтема могут быть сильными. Если кольцо получим, или если получим этот атак спид. Или дудка. У нас много вариантов сильных айтемов. Что еще у нас может быть? Молнии. Помник зашел на фидео, красава. Надо ему хоть стейк сбить сейчас по идмобам, это самое главное. А то мы его потом не доковыряем. На своем поле уже плевать, у нас все равно нет нормального стейка. И быть его уже не будет. Живем. Изи. Еле-еле. Чуть-чуть и нас задавит. Пук. Но пук это выбор. Кроме пука, что мы еще можем? Левелапнуть, поставить андедов и все, да? Пук. Пук много тоже даст. Пук много даст. Короче, нам только айтемы нужны, только айтемы нас спасут. У него тоже все готово, кроме таска. И все, да, таск. Так, посмотрим, что он получит. Гипер. Можно мне тоже? Если я гипер, то я победил. Сука. Юзлес говно. Если бы мне гипер, я бы уже победил. БКБ ничего просто не изменит. Просто ничего. Лучше даже на хаоса, наверное, дать просто для жирности. Там же второй слот дуза. А, он спрятал ее. ТТ и ДК. ТТ и ДК не особо верю. Разбежаться от этого, от корабля. Ну тогда, если я разбегусь, то мне дэмэджа не хватит. Если я разбегусь, то мне точно дэмэджа не хватит. Потому что так драконы хоть выпиливают. Там слишком много хп всякого. Пизда. Все. Наигрался. Трагедия. Этот там уже куст подъехал. Так, что мне откалибрует? Это четвертая игра. Нет, еще нет.